15 июня, вечер, 7 час, вернее, извиняюсь. Закончил работу на сегодня. По окончанию работы, я имею в виду кухню закончу, хочу опять смотаться куда-нибудь на рыбалку. Ну и заблаговременно начинаю подыскивать какое-нибудь местечко. Сегодня пообщался с одним своим хорошим товарищем, и он мне подкинул небольшую идейку, и сейчас я решил проскочить на это место и посмотреть, что, чему, как, знать, куда ехать и стоит ли туда ехать. Если нет, то подбирать что-то новое. Ну а что нас там ждет, сейчас увидим, друзья. Вперед, в разведку! Deep in my heart, there's a fire, a burning heart. Deep in my heart, there's desire for a star. Короче, в одно местечко доехал, но тут вот такая вот обстановка. Я не знаю, наверное, я еще не туда попал. Сейчас проеду чуть-чуть подальше. Там есть какие-то места получше. Но здесь, если только на, здесь только если на поплавок. И кто его знает, что тут есть. Ладно, поедем дальше. Короче, нет, друзья, это место не для меня. Во-первых, до воды надо тащить все пешком, метров 50, наверное. Машину оставлять в стороне, то есть мы хотим так, как вот мы были на пластунах, чтобы машина рядом стояла, чтобы берег был хороший, а там непонятно даже, что там за рыба есть, нету. Поэтому будем искать другие места. Ну а я поехал, короче, домой. С вами прощаюсь. До новых встреч. Берегите себя и своих близких. Пока-пока.